В Мексике появились велосипедные экскурсии для незрячих. Тандем был и остается идеальным средством передвижения для инвалидов по зрению. Сидящий спереди держит руль и управляет велосипедом. А вот заднее сиденье в данном случае предназначено для слабовидящего или слепого человека. Он крутит вторую пару педалей, добавляя велосипеду скорости. Такие экскурсии пользуются большой популярностью и помогают незрячим лучше адаптироваться в обществе. Я не мог представить, что слепой человек, как я, когда-нибудь сможет ездить на велосипеде. В первый раз я чувствовал себя как маленький ребенок, но именно в этот момент я был абсолютно счастлив.